Поздравляем. Угу. Руслан Гончаров и Ирина Чащина оказались дальними родственниками. Их некоторым сходством заинтересовался профессор Института генеалогии и поделился с нами своими изысканиями. Слава Богу, родственники, они настолько дальние, что жениться можно, если очень хочется. У вас буквально совсем чуть-чуть, и нужно выложиться, нужна какая-то фантазия, чем еще удивить зрителя. Та-та-ра-там. Этот танец цыганский, но я даже не знаю, как это будет выглядеть со стороны. Какие-то движения получаются, какие-то выглядят настолько корявыми, что хочется их просто заменить. Хотя у того человека, кто это делает, очень достойно, очень красиво выглядит, но я не могу так. Для меня труднее повторять чужой танец. Но сложнее, конечно, нашим звездам. Супер! У нас очень теплые дружеские отношения, и, конечно, не хотелось бы терять такого человека в своей жизни. Ой, близится конец расставания, это так все, конечно, не хочется, но и не хочется думать об этом. Давайте не будем об этом думать. Цыганочка, в исполнении пары номер 5. Встречайте, Ирина Чащина и Руслан Гончаров. Чащина, Руслан Гончаров. Зажигательно, эмоционально пара скользила непринужденно, умело обозначая подходы к элементам и выходы из них. Они точно акцентировали своим движением, своим каждым жестом характер цыганского танца. Это такая цыганка роскошная, просто образ твой. Образ просто ваш. Так, признавайтесь, в ком из вас течет цыганская кровь? По мне. Есть. Честно. У меня дедушка цыган. Вам самим понравилось, как вы откатали? Очень. Мало времени было на этот номер на самом деле, особенно у нас с Ириной. Давайте посмотрим повтор и оценки жюри. Ирина Чащина и Руслан Гончаров уделили основное внимание характерным связкам, выпадам и поворотам, чтобы подчеркнуть образность цыганского танца. Посмотрите, какая великолепная вертушка. И вот заключительная поддержка вертолет. Несколько оборотов, и Ирина Чащина продолжает вращение на льду. Эффектный финал этого номера.
Да, конечно. Итак, оценки нашего жюри. Игорь Бобрин, 5,5. Ирина Моисеева, 5,5. Николай Цискоридзе, 6,0. Андрей Миненков, 6,0. Елена Чайковская, 5,5. Общий итог выступления 28,5 балла. Знаете, я просто хотела сказать спасибо огромное зрителям вам, потому что на самом деле танец для вас. Мы танцуем для вас и отдаем всю душу вам. Но этот танец для нас был очень сложный, потому что импровизация была сходу. И нам предстояло с Русланом даже некоторые элементы просто переговаривать во время выступления. Если даже кто-то заметил, мы разговаривали. Делать так, потому что совершенно новая для нас музыка. И никто не ожидал от нас самих даже такого конца. Это просто была импровизация, честно. Спасибо вам огромное, что так поддерживаете. Молодцы, молодцы. Мы считаем, что на сегодняшний день, то, что как мы откатали и то, что мы сегодня сделали, это впечатляет. Я даже за себя как-то могу порадоваться. Ну, естественно, за Ирину тоже, что она не растерялась и слушала меня по дороге. Спасибо, Ира, тебе за это большое. Игорь, хочется услышать вас. Единственное, что я хотел бы заметить, что импровизация в переводе – произвольное задание, свободное задание. И мне кажется, что ребята справились с этой импровизацией. И то, что они творили здесь, у меня дух замирал от того, что я должен был увидеть, но увидел совсем другой танец, и он был не хуже, чем предыдущий. Спасибо. Я хочу прежде всего отметить, что вот наконец-то Ира раскрылась. Вот я вижу, это настоящая, замечательная партнерша с чудными эмоциями, которые именно необходимы для этого танца. Цыганка? Спасибо. Почему же тогда 5,5? Ну, нелогично. Не дает ответа Руси. Ну, ситуация сложная. Мне пришлось в силу того, что Ирочка замечательно катается, так же, как замечательно катался Петр Красилов. Я смотрела уже на наших профессионалов. Вот если говорить об этих двух танцах, то Грищук была сильнее, эмоциональней, да? Технически более совершенный, Руслан. И что меня немножко вот здесь смутило, вы никак не могли выйти из этого виража перед нами. Вы там что-то друг другу говорили, и вот здесь был такой небольшой сбой. Вот поэтому у меня 5,5.